Также хотел бы не только говорить сегодня о хорошем, Энвер Иванович, и Тарас Григорьевич. Я хотел бы ваше внимание особенно обратить, вот есть мониторинг сегодня экологической обстановки города, который говорит о следующем, что сегодня это работает. И мы в сентябре с вами все увидели превышение ПДК аж 6 раз. Это действительно факт, это зафиксировано передвижной лабораторией. Кто говорит, что лаборатория не работает? Я говорю, лаборатория работает. Это все фиксируется, и это, об этих проблемах знают наши комбинаты, об этих проблемах сегодня озвучивала область. И, соответственно, это о чем говорит? В октябре мы этого не увидели. Я хочу обратить ваш, уважаемые генеральные директора, на один аспект вашего внимания. Это на культуру и выполнение технологической дисциплины в части экологии. Я хотел бы, чтобы мы вместе поработали в этом направлении и, возможно, разработали действующие, действенные показатели премирования для технологического персонала, доменного цеха, конвертерного цеха, коксохимпроизводства, для того, чтобы за нарушение технологической дисциплины в части экологии, соответственно, был инструмент депримирования, чтобы поднять дисциплину в этом направлении. Потому что сентябрь – это реальный тому показатель. В октябре мы этого не видим. Мы не видим сейчас и в ноябре этого. То есть это говорит о том, что была какая-то, наверное, на мой взгляд, расхлябанность в этом направлении, потому что вы наладили дисциплину. Когда мы начали об этом говорить и, соответственно, ставить в известность директоров, навели здесь порядок.